Здравствуйте. Все начали фотографироваться. Это наша елка красивая. Да. Наряд. Мама, мы ее наряжали. Детки, давайте покажем, где вы живете, как вы живете наверху и что вы умеете. Дашенька, пошли? Пошли. Пошли. Это моя классная. Тише, хватит, я тебя прошу, хватит. Молодец какая. И что самое интересное, она же нигде не занимается. Молодец какая. А на кольцах, дайте, покажи, что ты умеешь. Все? Но мы так не сделаем, мы только Игорь будет так делать. Ну я в следующий раз. Дело в том, что когда Дарья узнала, что Света у нас любит заниматься спортом, она говорила, шведская стенка у вас обязательно будет. Какая, а ну, я тебя прошу, подожди, подстраховывать надо. Да, тут вообще опасно. А? Нет, не трогайте, она вы... Так. Все, хватит. Я говорю, это... Молодец. А туда и назад. Ты пока делаешь туда и назад, я чувствую, что мы без сердца останемся. Все, вот так. Молодец, еще. Молодец. Еще хочешь, ну покажи. Она у нас живет на тренажерах. Да? При этом нигде же не занимается специально. Все? Хватит. Ну покажите, дети, где вы играете? Какие у вас игрушки есть? Молодец, Митька. Молодец. Вот они там играют, вырезают. Тренажерный зал у нас. Смотрите, Марина. Это папа купила. Что это можно? Это мой. Смотрите. Вся игрушка, мы детки играем. И еще одна спальня там.